Фильмы о родине, дружбе, семейных ценностях. В образовательном центре «Флагман» стартовал всероссийский проект «Киноуроки в школах России». Просмотры фильмов, которые несут как раз вот ту самую цель, о которой я сейчас говорю. Социальное развитие ответственного человека. Вот это вот нравственные ценности, которые должны у нас обязательно сейчас быть на первом месте. К чему мы стремимся? Министерство образования создали ссылку для фильмов. Идет градация по возрасту, по классам. И, значит, каждому возрасту соответствующий фильм. Это очень интересно для ребят. На таких киноуроках патриотическое воспитание детей и подростков выходит на первый план. Кроме того, фильмы помогут ребятам ознакомиться с историей своей страны. Ее, конечно, необходимо всем знать, а еще лучше понимать. И вот те основы, которые вы получаете здесь, в школе, конечно, они послужат для вас в будущем теми самыми кирпичиками, на которых вы построите понимание нашей жизни. Киноуроки в школах России реализуются по инициативе партии «Единая Россия» в рамках федерального проекта «Новая школа». Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».